Сарафены и Сергея. Судьи, огласите всем. В это поединение ваше решение. Победа не ваша. Вы должны быть готовы уже. Выходим поменяться. Thank you.
Приготовиться к этой паре. Вторая, Олег Казань.
Зеленина сама. Если там. Спасибо.
Santiago Falso, Santiago Falso, Santiago Falso, como hermano. В этом бою с раздельным решением судей победу одержал Гайнетдинов Алиев. В ринг приглашается пятая пара. Пятую пару судят Рыжиков Андрей и Смагилов Сабиров. В ринг приглашается Садик Гараев Алиев Казань. За Гайнетдинов Самат, Нижнекамск. Приготовиться. Большаков Ярослав, Нижнекамск. Возников Илья, Нурман.
судьи решения. В этом бою единогласно боец сильного удара. Спасибо.
Thank you.
Thank you.
это пару. Абсолютно сотни. Кирсток Роман. Исмагилов Фильдар. Там легче дать. Гурлавов Арсений, набережный. Приготовится мудрецов ордеров Кугульман, Хабибулин Арслан, Казань. Thank you.
эмоциями, потому что Федерация кикбоксинга России прислала уже желательный видеорепортаж. Президент позвонил, говорит, съемка идет, ты там скинешь Руслан или кому-то. Не вопрос. Thank you.
В этом бою награжден боец Красного Мира. Thank you.
Yeah.
В этом бою победу заслуживает своим красным.
отмечать победу бойца Красного Луна. В этом бою с разъедным решением судей победа бежал Дмитрий Владиславов. Ринг приглашается в 17 пара с Росомахиной и Бородой, выжившей новую победу в кино. В этом бою на нас бойцы
Стоп. Нейтральный угол. Стоп, Калян. Синий нейтральный угол. Приглашается 20-й парамагрей Ярослав Андреевич,
шаги, один альбинец и краном хлеб труба. Приглашается Сергей Ясов.
единогласное решение судьи победу одержал Матвеев Ярослав, продолжаем вести. Третий приглашается на сферы два шаги. Один Альметьев и Карамов Андрей.
В этом бою иногда сбывается красный. Поиски этой пары перерыв на награждение. All right.
После 31 состоится 20-минутный перерыв.
Синий правильно.
Потом красный неправильный угол. Да. Спасибо.
Спортсмен синего флага украли.
Уходит 3 раунда по 2 минуты. Yeah.
танца Сирена. Это моя единогласная сила. В этом бою я на вас поеду сильно убрать. Тайна программа.